Здравствуйте, дорогие друзья. Сделаем такую красивую лошадку. Как ни странно, но делается легко. Возьмем лист бумаги А3 квадратный и давайте начнем. Загибаем квадрат по диагонали, этот угол на этот угол. Проглаживаем. Раскрываем. Эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Эту линию на эту линию. Разглаживаем. Здесь у нас получилась точечка по вот этой линии загиба. И теперь вот этот уголок мы закладываем на эту точку. Проглаживаем. Раскрываем. В этом месте у нас появилась еще одна точка. И теперь мы от этой точки до этой точки проводим линию. И нас интересует вот это место. Это у нас точечка. И теперь вот этот угол закладываем к этой точке. Проглаживаем. Этот угол мы закладываем к этой части. Проглаживаем. Вот эту линию закладываем на эту линию. Эту линию закладываем на эту линию точно так же. Проглаживаем. Раскрываем уголок. И получившейся линии закладываем вот эту линию на эту линию. Здесь можно до конца не проглаживать, а до вот этой линии. Разгибаем эту линию на эту линию, точно так же. Теперь у нас получилась вот эта линия, вот эта и вот эта. Они будут у нас внутренними. Собираем их. И у нас получается вот такой треугольничек. Загибаем его в одну сторону, в другую сторону. Теперь раскрываем его и закладываем прямо. Линии загиба у нас уже здесь есть. Мы их немножко загнем в другую сторону. Вот у нас здесь точечки получились две. По этим точечкам мы сейчас разогнем.
уголочек. И дальше уголок разгибаем. Толкаем бумагу. И вот такой у нас треугольничек. Разгибаем в другую сторону. И вот теперь по вот этой линии нам надо загнуть вот этот весь треугольник. Загибаем его. Загибаем в одну сторону, проглаживаем. Переворачиваем на другую сторону и загибаем в обратную сторону. Проглаживаем. И теперь вот этот треугольничек надо убрать вовнутрь. Раскрываем и потихоньку заталкиваем. Разравниваем. Вот этот угол закладываем к центру. Проглаживаем. Тут линия загиба у нас уже есть. Поэтому мы просто в другую сторону загибаем этот уголок точно так же к центру. Разгибаем. Вот эту линию закладываем на эту линию. Таким образом, чтобы у нас линия загиба была от угла до этой точки. Загибаем. Проглаживаем. Точно так же делаем с этой стороны. Сгибаем от этого угла до вот этого, до этой точки, вот этой линии, делаем загиб, проглаживаем, точно так же с другой стороны, от этой точки до этого угла. Загибаем. Проглаживаем. Раскрываем. У нас получилось 4 линии загиба. Вот эти нас интересуют 2 и вот эти 2. Теперь мы по этой линии сгибаем вовнутрь, по вот этой линии сгибаем вовнутрь, толкаем треугольничек, и по вот этой линии тоже сгибаем вовнутрь и толкаем треугольничек вовнутрь. Толкаем, а это, здесь край бумаги подворачиваем, как он ляжет к центру.
подровняем. Точно так же с этой стороны эту линию загибаем, загибаем. Центру. Убираем теперь лишнюю бумагу, вот эту. Вот загибаем. А здесь у нас получается от этой точки до этой точки тоже идет загиб. Убираем. И к центру кладем, подравниваем. Точно так же делаем с этой стороны, убираем лишнюю бумагу, от этой точки до этой делаем загиб, и убираем. Центру. Поправляем. Прячем нашу заготовочку на другую сторону. И получается вот наши линии загиба. Мы бумагу по этой линии выгибаем, доставая при этом треугольничек. Достали. Прогладили, подровняем, с этой стороны точно так же, проглаживаем. Вот эту линию закладываем на эту линию. Вот здесь получается линия сгиба до середины. Загибаем. Проглаживаем до середины. Точно так же делаем здесь. Проглаживаем до середины. И теперь заготовочку складываем вот таким образом. С этой стороны достаем уголочек этот, раскрываем и прижимаем. Вот эту линию закладываем на эту линию и прижимаем до середины. Точно так же эту линию на эту линию. И теперь в этом месте складываем пополам заготовочку. И треугольничек толкаем вперед. Вот этот треугольничек раскрываем, проталкиваем его вовнутрь и по вот этой линии закладываем.
проглаживаем. Теперь этот треугольничек сомнем в одну сторону, в другую сторону загнем. Раскрываем его. И закладываем. Этот треугольничек берем один, раскрываем по линии, прижимаем. Вот эту линию закладываем на эту линию. Вот эту линию на эту линию. Раскрываем. Вот эту бумагу выталкиваем. Треугольнички закрываем. И толкаем вперед. У нас получился такой треугольничек. Теперь раскрываем. И вот этот треугольничек убираем вовнутрь. С другой стороны делаем то же самое. Убираем этот треугольничек вовнутрь. Готово. Это будет хвостик у лошадки. Ноги. Сформируем голову. По этой линии загнем в одну сторону, в другую. И теперь раскрываем голову. Толкаем этот треугольник вовнутрь и достаем еще вот такие уголочки. Это будут ушки лошади. Толкаем потихоньку. Уши и голова. Отгибаем одно ухо. И по получившейся линии изгиба мы закладываем вот эту линию на эту линию. Формируем мордочку лошади. Раскрываем. Сверху раскрываем. И по нашему загибу раскрываем треугольничек. Сделаем вот такую мордочку тупую. Приблизительно визуально. Где-то так раскрываем.
И убираем лишний треугольничек вовнутрь. Формируем ушки. Для этого мы загибаем вот эту линию, закладываем не совсем сюда, а немножко смещаем, где-то вот так вот, чтобы получились ушки. Получается у нас вот здесь прямой угол. Раскрываем ухо. И по нашему заложенному треугольничку раскрываем. Точно так же с этой стороны. Здесь ушки красивее на этой стороне, поэтому мы сделаем их точно так же. Для этого мы заложим бумагу одну сюда, одну сюда. Можем немножко еще вперед ушко подать. Точно так же делаем и здесь. Этот краешек загибаем в одну сторону, этот краешек закладываем за другую сторону, немножко подтянем ухо вперед, вот и получились ушки у лошади. Вот этот лишний край бумаги можно убрать вовнутрь, но тогда он получится будет торчать вот здесь. Давайте уберем лишний край бумаги. Это не столь принципиально. Кому как больше нравится. Доложили. Вот. Сделаем с этой стороны то же самое. Вот такие ушки. Эту линию закладываем на эту линию. Формируем ноги передние. С другой стороны то же самое. Раскрываем. Вот у нас получилась линия загиба. Теперь мы убираем вовнутрь ногу по этой линии, закладываем. С другой стороны точно так же раскрываем, убираем. Достаем ногу, выталкиваем.
Ну, приблизительно где-то так. Делаем зеркально с другой стороны. Формируем задние ноги, выталкиваем. И делаем, чтобы вот это расстояние было одинаковое. Можно вытянуть столько, сколько нам надо. Поэтому мы вытягиваем. С другой стороны делаем точно так же. Раскрываем. И зеркально повторяем. Делаем ноги более утонченными. Вот эту линию закладываем на вот эту линию. Вот. Теперь вторую линию точно так же на эту линию закладываем. Здесь раскрываем и лишнюю бумагу заталкиваем. Получилась изящная тоненькая ножка. То же самое делаем с другой стороны. Эту линию на эту линию. Эту линию на эту линию. То же самое делаем на передних ногах. Эту линию один открываем треугольничек, эту линию на эту линию. Здесь бумагу толкаем вперед, и вот этот треугольничек у нас закрывается. Вот эту линию, на эту линию точно так же. Здесь мы раскрываем. Эту линию, на эту линию. Эту линию, на эту линию.
Вот и получились такие изящные ножки. Сформируем хвост. Загибаем вот этот треугольничек. Приблизительно вот так. Прижимаем. Раскрываем треугольничек наш. И опускаем его вниз. Все, наша лошадка готова. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока.